Первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина вместе с местными депутатами-единороссами проверила благоустройство и очистку каскада прудов на притоке реки Чаченко в Одинцовском микрорайоне Трехгорка. Партийный мониторинг качества работ осуществляется в рамках реализации проекта «Чистая страна» и отработки наказов народной программы. В рамках благоустройства было очищено около 4 гектаров территории, прилегающей к прудам. Также рабочие убрали более 700 поваленных деревьев и еще 250 аварийных и сухостойных. Кроме того, вблизи пруда установили 5 комплектов малых архитектурных форм.